Накануне игры мы столкнулись с большими проблемами кадровыми, много травмированных. Три человека пропускало по дисквалификации. По ходу игры тоже появились большие проблемы. Поблагодарю ребят, которые через «не могу» играли, и, можно сказать, к этому мы шли долго, стать единым целым. Вот сегодня они показали, ребята, что футбол выигрывает та команда, которая показывает более целостный, более организованный порядок. Пожалуйста, колени, ваш вопрос. Насколько серьезная травма у Сергея? Проблемное колено. Насколько это будет после диагностики? Ну, сегодняшний период проблем. Еще вопрос, коллеги. Да, какие-то планы на ближайший период, там, в ближайшее время зимние сверстали? Конкретно пока ничего нет. Знаю точно, что встретимся после Нового года. Ну, команда-то будет как в отпуск у нее? Как вот, ну, да, сегодня разъезжаются уже часть ребят. Прямо из Перми отъезжает часть из Самары. Соберемся после Нового года. А с вами руководство договоренности дальше работать или как? Все в перспективе. Пока никаких конкретных не было предложений. То есть после вот этого отпуска и будет? Да, думаю, до Нового года что-то прояснится более конкретно. Еще вопрос. Александр Валерьевич, а что большее коррективы внесло? Температура воздуха или качество поля? Все-таки синтетика непривычная. Погодные условия очень тяжелые были. И погодные условия, и синтетика, которая реагирует на мороз, естественно. Из этого много травм. И хочется отдать должное, что Амкар, даже оставаясь в десятером, все-таки нагнетала игру. Вели ребята до конца, наверное, стремились отыграться. Вот честь ему и хвала. С легионерами, с нашими, которые многие первый раз оказались в таких условиях, как-то специально беседовали, учитывая то, что прогноз погоды все знали? Мы старались предупредить их заранее, что будут такие условия. Но одно дело, что ты когда предупреждаешь, а когда человек действительно попадает в такие условия. Все-таки в Парагвае +35 и у каждого бассейн.